Совместная подготовка специалистов. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали сегодня компания «Алмазы Анабара» и Якутская государственная сельхозакадемия. По словам ректора вуза, выпускники академии, безусловно, будут востребованы в компании и ее дочерних предприятиях. Одно из самых крупных на северо-востоке страны учебное заведение по подготовке специалистов агропромышленного комплекса готовит высококвалифицированных экологов, биологов, инженеров-механиков. В рамках подписания соглашения сотрудники академии организовали Павлу Марину экскурсию по лабораториям вуза. Рассказали о проводимых студентами исследованиях. Хозакадемия – это учебное заведение, которое готовит специалистов, в том числе по профилю, который необходим компании «Алмазы Анабара» и его дочерним предприятиям. В этой связи мы с Иваном Ивановичем договорились, что подпишем соглашение, подписали сегодня на предмет как раз подготовки этих специалистов. У нас подобные соглашения существуют с несколькими учебными заведениями. Я считаю, что такое соглашение с сельхозакадемией принесет пользу и компании «Алмазы Анабара», и самой академии.